Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео о моем гардеробе, а точнее о том, как он у меня менялся, когда я худела, вообще выбрасывала ли я весь свой гардероб и что с ним происходило. Обо всем этом подробно я расскажу в этом видео, а также о том, как я выбираю и составляю гардероб на сегодняшний момент. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И для начала в этом видео я хочу сказать, может быть, для кого-то это покажется слишком грубым, но это действительно правда, а правде нужно смотреть прямо в глаза. Девочки, если вы не худеете только потому, что вы боитесь, что у вас обвиснет кожа, что вам придется поменять весь свой гардероб, то поверьте, это все отговорки. Если вам комфортно в том весе, в котором вы находитесь, в том размере, в котором вы находитесь, и вы не хотите ни полнеть, ни худеть, вы сами себе нравитесь, вы нравитесь своему любимому мужчине, то оставайтесь такой, какая вы есть. Будьте жизнерадостны, больше улыбайтесь, не парьтесь тогда по этому поводу. А если вам лишний вес мешает, то вот это все является отговоркой. И сегодня я вам покажу на личном своем примере о том, что не обязательно выбрасывать весь гардероб и тратить кучу денег на то, чтобы купить себе новый. Хотя для каждой из нас, девочки, покупка новых вещей, обновление гардероба в той или иной степени, в особенности, если есть финансовая возможность, а сейчас, в наше время, не обязательно иметь миллионы, чтобы обновить свой гардероб, можно найти достаточно бюджетные, при этом хорошие, качественные вещи, то для нас, для каждой девочки, это, конечно же, всегда поднимает нам настроение, и это всегда очень-очень даже хорошо. Ну и сейчас вы, как уже поняли, вы находитесь в моей гардеробной, в той части, где я храню свою одежду, всю, кроме верхней. И я на личном примере вам сейчас буду все показывать. Значит, также хочу сказать, что когда я весила 80-86, около 80 килограмм, то есть до своей первой беременности, я честно вам, девочки, отвечу, что я себе очень сильно льстила. Прям очень-очень я не могла поверить в то, что я 50-52. Я думала, что я 48. И когда я заходила в магазины, я всегда выбирала 48 размер. И если он мне не подходил, я винила в этом магазин, крой этой одежды и еще что-нибудь, но только не себя. Я избегала зеркала, я избегала вообще как-то смотреть на себя со стороны, можно так сказать, и поэтому некоторые вещи действительно сидели на мне очень плотно. Также я выбирала вещи, которые были прямого кроя, или вещи оверсайз 48 размера, и они на мне сидели не как вещь оверсайз и не как вещь прямого кроя, а достаточно в обтяжечку. Также я выбирала ткани, которые тянутся, чтобы не покупать 50 размер. Поэтому, хотя на тот момент мой размер был 50-52. Ну вот каким-то таким образом я выкручивалась и льстила себе. Поэтому одежды размер 50-52 у меня было очень-очень мало. Также я хочу сказать по поводу того, что на тот момент, когда я была полненькая, я не очень много покупала себе одежды. В основном это была, ну, скажем так, необходимая одежда, та, которая, ну, допустим, там порвались брюки, я пошла, купила новые брюки там, или, ну, как-то так. И основная часть моего гардероба это были брюки, джинсы, ну и, соответственно, какие-то кофты сверху. Юбок, платьев у меня практически не было, я их практически не выбирала, по той простой причине, что мне всегда нравились платья-футляры, мне всегда нравились платья а-силуэта, то есть приталенные, и на мне они смотрелись очень даже плохо, по крайней мере, мне не нравилось, и, соответственно, мне было проще выбрать джинсы и какую-то, не знаю, кофточку сверху, так что вот какой-то такой у меня был гардероб. Сейчас в моем гардеробе преобладает именно более женственная одежда, то есть у меня больше юбок, больше платьев. То есть новую одежду, которую я приобретаю, она вся, ну, скажем так, приталенная, она вся сидит по фигуре. Я не приобретаю сейчас, ну, практически не приобретаю вещи оверсайз.
Ну, потому что большую часть своей такой сознательной жизни я как раз-таки носила вещи прямого кроя и вещи оверсайз. Поэтому сейчас я не хочу смотреть в ихнюю сторону. Сейчас в моем гардеробе нет вещей, которые я приобретала именно тогда, когда весила 80, там, 86 килограмм. Почему? Потому что, ну, во-первых, уже прошло примерно 6 лет, где-то даже больше. Во-вторых, я как раз тогда родила ребенка, и у меня включилась я же мать, и я все, что называется, все в дом, все в семью, и себе покупала очень мало вещей, и их, можно сказать, снашивала до дыр и уже выбрасывала. Поэтому эти вещи я вам показать не могу, но у меня в гардеробе сейчас есть вещи, которые размер L. Мой размер на сегодняшний день составляет S. У меня четкая S-ка, M-ка, одежда мне даже великовата. Поэтому, соответственно, размер L мне очень сильно велик. Также я хочу вам сказать, что не бойтесь того, что вам нужно будет менять гардероб. Почему? Потому что вы же похудеете не за один день, то есть вы будете худеть постепенно. И одежда, которая на один размер больше вашего, она на самом деле сидит просто немного свободней и, может быть, не так будет хорошо подчеркивать фигуру, но поверьте, ее можно носить. И я такую одежду как раз-таки ношу. И вот хочу вам показать на примере двух блузок. Одна вот эта блузка была куплена мною после рождения моего второго сына. Это размер L. Ну, вот рядом со мной видно, что она достаточно большая. И я продолжаю ее носить, потому что мне нравится качество, мне нравится, как она выглядит. И я ее сочетаю с юбками, джинсами. Только я ее не ношу вот так, я ее заправляю внутрь. Ну, внутри брюк, джинс, и получается очень даже симпатично, по мне так получается вещь как раз-таки оверсайз. Как вы видите, она прямого кроя, это преобладающая одежда в моем гардеробе, я в основном носила только такую. И вот хочу показать, у меня даже осталась бирка, это марка Zola, размер L. И вот такая вторая у меня кофточка, она тоже прямого кроя, есть выточки, то есть вот примерно вся вот такая одежда была на протяжении достаточно большого количества времени на мне, то есть выточки и просто прямой крой. Это у меня от Манго, и это размер как раз-таки L. Видите, европейский элька. Тоже мне достаточно велик, но я использую как кофту оверсайз, и мне очень нравится. И сейчас я вам вставлю кусочек видео, покажу, как все это на мне смотрится. Также хочу вам показать, у меня есть вот такая блузка, которая была куплена мною, когда я была беременная вторым ребенком, и я ее даже не мерила. Мне понравилось то, что, во-первых, она широкая, да, блузка, и она вот здесь вот расстегивается, так как мне предстояло кормить грудью, то, конечно же, я выбрала вот такую вещь, чтобы здесь было чтобы здесь расстегивалось, понятно, зачем. И сейчас мне эта вещь велика, но я выхожу из положения, я просто ее заправляю в брюки или юбку, подкатываю рукава, и получается такая блузка оверсайз. Это, кстати, у меня размер M, но я бы так не сказала, это куплено в магазине Остин. Я бы не сказала, что это М-ка, я бы больше бы отнесла к Эльке, потому что когда я родила второго ребенка, мой размер одежды как раз был L, и она мне подходила очень хорошо, но по ней видно, что она достаточно широкая.
Также у меня есть два платья, которые тоже были куплены мной после рождения первого моего ребенка. Мой вес тогда составлял, ну, где-то 75, 76, 74, вот так вот примерно, килограмм, да. И мной было приобретено одно вот такое платье, хлопковое, достаточно длинное, тоже, как вы видите, специально для кормления грудью. Это хлопок под джинс сделанный, очень он мне нравился. Это марка Sella, я, по-моему, заказывала на LaModa, честно же не помню, 46 размер. Ну, тоже он достаточно свободный, я бы даже не сказала, что это на самом деле 46 размер, но, может быть, это что-то типа оверсайз, хотя здесь есть талия. Но на тот момент оно мне подходило очень даже хорошо, оно сидело мне достаточно плотненько на мне, особенно в области талии. И я сейчас тоже покажу, как оно на мне сидит сейчас и что я делаю для того, чтобы носить его с нынешним моим размером. Также у меня вот такое второе платье, которое тоже было куплено в тот же период. Оно тоже достаточно широкое. Это у нас, по-моему, тоже 46 размер, да, и та же марка. И здесь еще идет вот такой поясочек, который, кстати, я никогда не носила. И вот это платье я тоже, как и предыдущее, ношу либо с той же сумкой, да, это поясная сумка, которую я заказывала с AliExpress, которая, кстати, мне очень-очень нравится. И если я одеваю ту поясную сумку, то я одеваю какие-то кеды или какие-то, знаете, такие типа парусиновых тапочек, я не знаю, как они называются, да. Или если я хочу более такой женственный образ, да, я одеваю там каблучки, какие-то босоножки и одеваю обычный беленький ремешок, который там, не знаю, стоит какие-то копейки. То есть, как вы видите, можно свою одежду, которую вы носите, допустим, сейчас, также носить, когда вы похудеете. Поэтому не вижу здесь ничего страшного, просто вы добавите к своему существующему гардеробу, его можно пересмотреть и добавить что-то новое. Что же касается, например, брюк, то вообще, в принципе, я брюки особо не носила. У меня были в основном джинсы, у меня и сейчас остаются в основном джинсы, брюк у меня очень мало. Но те, которые были, которые я носила, например, на работу, я отдала, которые были в хорошем состоянии. А джинсы я просто обрезала и делала шорты, и носила их дома, пока они уже совсем там не приходили в негодность, и потом уже спокойно выбрасывала их. А также я могу сказать, что если вы умеете ушивать одежду, то вообще здесь никаких проблем вообще, мне кажется, не должно быть. Просто можно ушить. Если вы хорошо шьете, то почему бы и нет, и те же вещи будут оставаться с вами еще долгое время. Также я хочу показать вам вопрос о том, что я себе очень сильно льстила. Когда я родила второго ребенка, ну, я уже тогда начала худеть, когда приобрела вот эту вещь. То есть моему ребенку был годик, да, вот я как раз на годик купила вот эту вещь и вот эту блузку. И, то есть, я не помню, сколько конкретно я весила, да, но где-то килограмм 70, наверное, да, примерно, может быть, что-то в этом духе. Я купила себе вот такую блузку. Это марка Adele, размер M, но я могу сказать, что это маломерка 100%, потому что даже сейчас эта вещь сидит на мне достаточно плотно и очень плотно облегает, особенности со спины очень заметно это. Но я все равно ее на тот момент одела, несмотря на то, что у меня был лишний вес. И вот на примере этой блузки могу сказать, что я себе льстила. Даже вот сейчас видно, что она достаточно узенькая, хотя ткань достаточно плотная, хорошо тянется, но все равно я любила себе польстить, честно.
Также хочу показать вот такую джинсовую куртку, которую я... Это куртка в размере M из магазина Gloria Jeans. Она достаточно свободная мне. Сейчас бы я, конечно, такого размера бы не приобрела. Я бы взяла бы ее поменьше, S-ку. Но я ее ношу спокойно и сейчас. Я одеваю какое-то узкое платье, сверху одеваю вот эту джинсовку и просто ее вот так вот заворачиваю. Подворачиваю рукава, и у меня получается такая джинсовка оверсайз. Это сейчас модно, и поэтому, что называется, мне даже и плюс. Также в этом видео хочу показать вам одно платье, которое было приобретено мною, наверное, лет 8 назад, если не больше. На тот момент я как раз после какой-то своей очередной диеты слегка похудела, и в магазине Оджи, как сейчас помню, приобрела себе вот такое платье, которая на тот момент, честно могу сказать, я носила всего несколько раз, потому что она трещала по швам, но я любила себе льстить. Я не знаю, какой это размер, но мне кажется, это либо 46, либо 48. Вот. И опять же к вопросу о том, что делать со своим гардеробом после того, как вы похудеете. Сейчас это платье я ношу дома, оно мне свободно, поэтому дома мне очень даже в нем комфортно. Плюс мне уже не нравится ни сам фасон платья, ни расцветка, но дома я чувствую себя в нем комфортно, и мужу моему больше нравится, когда я хожу дома в платьях, а не в каких-то пижамах и тому подобное. Что касается каких-то футболок, майк, здесь, я думаю, вообще вопросов никаких нету, потому что сейчас это достаточно модно, когда вы можете одеть какую-то, не знаю, джинсовую юбку, сверху какую-то футболку а-ля оверсайз, которая, да, вам уже стала немножко велика. Ну и замечательно, у вас получится образ, достаточно красивый, и мне кажется, здесь не стоит вообще париться. То есть, как вы видите, если один... Даже два размера – это не всегда настолько критично, чтобы можно было прям вот брать все, выбрасывать и покупать заново. Но если есть такое желание, то, конечно же, почему бы и нет. Также хочу рассказать немножко о своем гардеробе, как же все-таки я его составляю, как, что я делаю и так далее. Для начала хочу сказать, что разбираю свой гардероб я как минимум 4 раза в год. То есть заканчивается сезон, и я обязательно пересматриваю вещи. То есть сейчас заканчивается у нас лето, и я буду обязательно пересматривать все свои летнюю одежду. Какая-то, может быть, пришла в негодность, какая-то, я не знаю, там растянулась, появились какие-то пятна, там дырочки и так далее и тому подобное. И такая одежда у меня переходит в разряд домашней одежды. Ну, насколько это возможно. Понятно, что если пятно на всю футболку, то такая одежда мне не станет домашней, но на самом деле я могу ее как-то постараться постирать и так далее. То есть вся такая более-менее негодная одежда у меня переходит в разряд домашней. Вот, например, то, что сейчас есть на мне, вот эта футболка. Она была куплена мной в магазине H&M. Она немножечко у меня растянулась к низу. Вот видите, она такая здесь свободная. И уже не такой насыщенный черный цвет стал. Поэтому я ее перевела в разряд домашней одежды. То же самое касается юбки, которую я когда-то приобретала. Она мне перестала нравиться. То есть для того, чтобы в ней куда-то ходить. И после этого я ее перевела в разряд домашней одежды. То же самое вот с этим кардиганом. Он немножечко здесь подтянулись рукава, да, то есть стали более такими вытянутыми, да. И я вот таким образом хожу дома. И на самом деле это тоже где-то некая экономия, когда вам не нужно приобретать домашнюю одежду, вы можете та, которая стала вам, допустим, немного велика, или вам не нравится, как она стала на вас сидеть, вы ее можете перевести в разряд домашней одежды. Тем более, если вы умеете шить, может что-то где-то там перешить, подделать еще как-то, и будет все замечательно и красиво.
То есть с тем, что я разбираю свой гардероб, это понятно. Также я пересматриваю свою осеннюю одежду. Ну, буду пересматривать, да, это будет где-то сентябрь, может быть, чуть пораньше, но обычно это сентябрь месяц. И я уже смотрю, может быть, какая-то одежда мне не нравится, может быть, я хочу составить какие-то новые образы. Я пересматриваю то, что у меня есть, и смотрю, что мне нужно еще добавить. Может, где-то купить там юбку какую-то, где-то купить блузку, чтобы образ был завершенный. Но я всегда смотрю на образ в целом. То есть, чтобы у меня там, допустим, брюки, обувь, сумка, блузка и какая-то кофта. Также я руководствуюсь при приобретении одежды. Я никогда не приобретаю одежду по отдельности. То есть у меня нет такого, что вот мне понравилась юбка, она очень сильно понравилась, она еще на распродаже, знаете, как мы любим. И я ее купила, принесла домой и поняла, что мне не с чем носить. Вот такие покупки я не совершаю. Я всегда продумываю, с чем я ее одену. Если, допустим, юбка прямо супер как понравилась, и на нее супер хорошая цена, и мне ее не с чем одеть, да, то есть у меня нет, допустим, никакого верха, ничего такого, то я стараюсь найти дополнение к этой юбке в этом же магазине. Если я не нахожу, то я не куплю эту юбку, как бы мне ни хотелось. То же самое у меня касается обуви. То есть, если к одной вещи новой, которую я хочу приобрести, мне нужно покупать 2 или 3 или 4, да, там и более вещей, потому что у меня, допустим, нету вообще ничего, у меня нету красивых туфлей к этому платью, там и так далее, и тому подобное, то я эту вещь не возьму. Единственное, со мной бывают такие моменты, когда, допустим, я вижу, ну, чаще всего это касается обуви. И, кстати, у меня вот был такой случай, что мне однажды очень понравились одни туфли. Я посмотрела в магазине, решила уйти, потому что туфли у меня есть, ну, это очередные туфли, да. Хотя мне было с чем их одеть, куда их одеть и так далее и тому подобное. Но я решила подумать, и, в общем, я заходила в этот магазин 5 раз, и когда я зашла на 6-й раз, я думаю, ну вот наверняка вас кто-то купит, да? Но оказалось, что нет, не купили, и я их приобрела, на самом деле, эти туфли. Но я могу сказать, что у меня есть еще такая вот история, что я, когда у меня нет необходимости в приобретении какой-то вещи, но мне просто очень хочется ее приобрести, то я себя останавливаю. В особенности это касается интернет-магазинов. То есть я просмотрела, я могу даже добавить в корзину или в избранное, да, и дать себе время подумать. Это может быть день, это может быть 2, это может быть неделя, 2, а даже месяц иногда. И если спустя какое-то время я снова смотрю на эту вещь и понимаю, что она мне очень сильно нравится, я знаю, куда я буду в ней ходить, я знаю, с чем я буду сочетать, когда я буду сочетать ее и так далее и тому подобное, то я эту вещь приобретаю. Это касается в основном вещей, которые дороже 1000 рублей. Не знаю, почему именно такая сумма, но вот у меня такая история есть. И я, да, еще такой момент, я всегда продумываю, куда я буду одевать эту вещь, потому что это тоже очень важно. Мне зачастую очень сильно нравятся платья, которые типа офисных, да, но так как я не работаю, я в основном, мои передвижения там по городу на машине, я куда-то с детьми, иногда хожу с мужем куда-то, да, то офисные платья не подходят, они не вписываются в мою жизнь, и, соответственно, я их не приобретаю. Поэтому здесь тоже такой момент. Но на самом деле так было не всегда. Было время, когда я скупала все подряд, и потом это у меня висело, и открываешь, и думаешь, господи, что бы одеть. Кстати, вот этот сезонный пересмотр одежды, он очень мне помогает. Ну, то есть, когда я пересматриваю, вот, например, я буду пересматривать свою осеннюю одежду, я уже заранее в голове буду у себя составлять какие-то образы, что, допустим, один свитер я одену там с этими брюками или с этой юбкой и так далее. И уже на каждую погоду я составляю вот как-то в голове какой-то свой образ, и если я хочу что-то новенькое, да, я уже знаю, что мне нужно там купить блузку, допустим, вот такую именно, вот под эти брюки там или под эту юбку и так далее. То есть все я стараюсь анализировать и все я стараюсь подходить с умом. Конечно, у меня бывают спонтанные покупки, такое бывает, но это на самом деле очень-очень редко, и такие покупки, не знаю, можно по пальцам сосчитать. Вот, вот все то, что касается моего гардероба. Сейчас
Основная моя одежда – это платье. Я очень сейчас полюбила платье. Я их ношу, не знаю, и в пир, и в мир, и с кроссовками, и с какими-то кедами. Но сейчас, конечно же, я выбираю платье не свободного кроя, во-первых, потому что у меня есть платье, да, которое свободного кроя, оверсайз, которое я вам сейчас показывала. Плюс я в основном выбираю вот такого типа, типа платье-футляр или платье-асилуэт. Это платье вы уже видели, наверное, неоднократно. Я ношу платье и зимой, и летом, и весной, и осенью. Также в последнее время стала приобретать юбки, но юбок у меня очень мало, больше, конечно, платьев. Также хочу сказать по поводу обуви и аксессуаров. У меня нету такого... такой истории, что обувь должна быть дорогая. Нет, у меня два критерия при выборе обуви, также при выборе одежды. Первый – это она должна быть удобной, то есть сразу, как только я ее одела, она должна быть удобной. Я не делаю таких вещей, что «ай, там разношу, да, ну они же такие красивые, еще там со скидкой 70%». Нет, если я одеваю, понимаю, что эта обувь реально как колодки, я ее не куплю, сколько бы она ни стоила, хоть 100 рублей, потому что я знаю, что она будет стоять у меня на полке, и я не буду ее носить. То же самое касается, в принципе, и одежды. И второе, это мне должна нравиться как одежда, так и обувь. И я не знаю, кстати, у меня достаточно мало дорогой обуви, у меня в основном такая, ну, не знаю, средней, наверное, ценовой категории, даже ближе, наверное, к дешевой. И, в принципе, если эта обувь удобная, если она мне нравится, я ее начинаю носить постоянно, снашиваю за несколько сезонов, выбрасываю и приобретаю себе новую. И для меня не составляет каких-то, не знаю, сложностей в этом плане. Что же касается сумок, то сумки, конечно же, я выбираю более качественные и более дорогие. Это для меня не обязательно натуральная кожа, это могут быть и какие-то синтетические материалы, но для меня все-таки именно такой момент, что сумка, пусть она будет одна, но она будет качественная, хорошая, она будет с качественной фурнитурой, она будет удобная, комфортная. То есть к выбору именно сумок я подхожу очень так щепетильно, наверное. Но это не относится, знаете, к каких-то таких летних сезонных сумочек, которые вот я приобретала в AliExpress. Это вот эта беленькая, да, которую я вам показывала. Еще у меня такая есть плетеная сумка. Но это такие сумки, знаете, скажем так, трендовые на один раз. И вот я их как бы купила, там пару раз отношу, они дешевенькие, я их выброшу и даже не пожалею. А основные сумки, которые я чаще всего ношу, это все-таки более качественные сумки. Это такие бренды, как Furla, Michael Kors, ну и подобные, да. Я лучше буду копить денежку, но приобрету себе сумку получше. Вот такой вот у меня получился небольшой рассказ о своем гардеробе. Если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях и пишите ваше мнение по этому поводу. Всех люблю, целую и до новых встреч!